основе многих конфликтов в паре лежит желание женщины бороться и соревноваться со своим мужчиной. Но желание борьбы – это не признак женственности, а признак мужественности. Поэтому, если вы обнаруживаете в себе такое желание, пересмотрите свои позиции и откажитесь от желания соревноваться. И тогда ваша женственность тут же возрастет, а ваш мужчина, перестав бороться с вами, начнет бороться за ваше общее счастье.